Так, господа, я тут вас столкнулся с такой проблемой, что когда ты меняешь иконку у канала, она далеко не всегда меняется. То есть вот сейчас есть проблема, что шапка одного цвета, а PNG-прозрачность у этой иконки почему-то не подхватывается. Поэтому я нарисовал другую иконку с фиолетовым бэком. Глядите, когда мы нажимаем кнопку «Изменить», он говорит, что честно предупреждает, что она привязана к бренд-аккаунту и появится не сразу, и займет несколько минут. Но есть некая проблема в том, что несколько минут идут, и идут, и идут, и оно не меняется. Вот я сейчас попробую залить. Значит, куда же я ее сохранял? То вот тест. Иконка 3. Ну вот, мы его меняем. Говорим done. Ждем. Иконка здесь поменялась. А теперь мы идем вот сюда. Обновляем страницу. И не происходит ничего. А возможно, это потому, что иконка просто не прогрузилась на ноды. Но есть альтернативный вариант. А для этого нужно зайти в Chrome. В сеттинге, вот здесь вот, Clear Browsing Data. То же самое есть в Firefox, но я показываю на Chrome, потому что это логично использовать для гугловского сервиса Chrome. Вот, я говорю очистить данные, и он предлагает мне удалить, то есть по умолчанию вот так вот здесь все галочки пустые, можно нажать кнопку напротив Cached Images. Аж на 6 мегабайт с последней очистки прошло. Говорим Clear Browsing Data. И идем назад на канал, нажимаем обновить. И, о чудо, новая иконка подхватилась. Вот такие костыли. Так, никогда не переводить Translate Spanish. Нет. Короче, вот на такие костыли приходится идти, когда ты пользуешься YouTube. Собственно, все. Удачи.